Визит начался с личной встречи с губернатором. Игорь Щеголев и Александр Михайлов обсудили текущие вопросы. Затем полномочный представитель президента в ЦФО провел совещание по вопросам региональной безопасности. Следующий пункт в плотном графике Щеголева – областной клинический онкологический диспансер. Сейчас здесь ведется строительство третьей очереди объекта – операционного и палаточного блоков. В остальных корпусах уже несколько лет пациенты получают высокотехнологичную медицинскую помощь. Мы за вот эти 6 лет, которые прошли, пролечили около 10 тысяч больных современными методиками лучевой терапии и проведено около 175 тысяч сеансов лучевой терапии. Гораздо чаще рак стали выявлять на ранних стадиях. А по темпам снижения смертности от этого недуга наша область лучшая в ЦФО. На Курской АЭС Игорь Щеголев познакомился с работой атомщиков. Зашел в зал первого энергоблока, осмотрел центр управления и не только. Полпред узнал об истории станции и тенденциях развития отрасли. Для нас всегда важно, когда государственные деятели высокого ранга, губернатор, глава ЦФО, посещает наш объект. Это показывает, что внимание власти на всех уровнях есть к нашему объекту. Развитие при внимании всегда обеспечено. Наша задача только выполнять то, что мы на себя брали, то, что нам дает возможность развиваться. Живой интерес полномочного представителя президента вызвали технологические процессы. Игорь Щеголев высоко оценил работу коллектива АЭС. Александр Юров, Станислав Костиков, Юлия Абрамова, Антон Латышев, Геннадий Воробьев, Антон Судженко, телеканал 7.